Американский банковский холдинг Capital One Financial намерен создать крупнейшего эмитента кредитных карт в США. Планируемая сделка на сумму свыше 35 миллиардов долларов с платежной системой Discover Financial принесет банку 305 миллионов клиентов и создает серьезную конкуренцию Visa и MasterCard. По условиям соглашения акционеры Discover должны получить за каждую свою акцию по одной акции банка с премией в 27%. После закрытия сделки Capital One будет принадлежать примерно 60% акций объединенной компании. Активы банка составляют 479 миллиардов долларов, и это один из ведущих эмитентов карт Visa и MasterCard. Discover охватывает 200 стран и занимает четвертое место после Visa, MasterCard и American Express. В результате Capital One получит возможность создать собственную глобальную платежную сеть. Одобрение сделки регулирующими органами ожидается в конце текущего или начале будущего года.